Да, хорошо сказал YouTube-юсер, Адам Асгол, что в клубе, а что и в клубе делать, сидеть, математику решать. Туда и приходит поплясать. Ну да, но я прикол в том, что я на самом деле не люблю плясать вот так вот, просто клубная музыка. Я если люблю пританцовывать, ну там, играя на типа под альтернативный рок, пост-хардкор, скрим, эмо-кор, там, Рамштайн, еще что-нибудь, ну, такое вот. А там, кстати, было даже намек на песню Blink 182, но там все равно клубный стиль музыки. Я, короче, там специально эти шорты напялил так, как под, типа, знаешь, как, ну, и очки, и шорты так еще поверх футболки. Ну, короче, специально, чтобы... Я думал, может, куда-нибудь выложат, там, посмеются просто, чтобы миллион, ну, на миллион и паблику, чтобы посмеялись, типа. Ну, просто, наоборот, что-то я испугался, что там выложат, поставят, скажут, что это там, типа, он высмеивает, там, типа, нас, россиян, там, типа, перед врагом, там, я стал, и у меня аж расстройство желудка, там, вообще, выпал сильную тревогу. А там, короче, да, мне писали там много кто на основном канале, что типа, ну, оскорбляли, там, гадости всякие писали насчет вот этих видео, где я пляшу в клубе и типа там кусаю ногу тайки, там, целую. Я просто не знаю, как еще. Действительно вызвало такую негативную реакцию. Да, жаль, конечно. Да, я расстроился.